На Тюменской набережной сегодня собрались любители боев в перчатках. И неспроста так они решили отметить Международный день бокса. Конечно же, мы рады, что сегодня столько детей, которые занимаются в спортивных школах. И просто люди подошли сегодня поприсутствовать на этом празднике. Областной федерации бокса подарили автомобили, а спортсменам и тренерам вручили грамоты. Дорогие спортсмены, дорогие тренеры, дорогие родители, а также все те, кто любит и поддерживает бокс, я вам желаю только всего самого-самого доброго. В первую очередь здоровья. И знаете, всем желаю побед не только на ринге, но и в жизни. На праздник приехал и чемпион мира Руслан Проводников. Он провел разминку, раздал автографы и даже зачитал стихи.